Тут говорят, заповедники 300 голов медведя. Они, короче, на сети всю рыбу повыбили. Да. Как один наш хороший знакомый говорит, речка-то подвыбита. Вода питьевая. Как она может быть подвыбита, если здесь вообще никто не рыбачит? Смотри, рыбы действительно нет. Вообще ничего не понимаю. Там зайдешь, да вот пили вот здесь, чтобы она утонула. Держись ногами чуть-чуть. Зексу какой-то бесконечный. Сломалась? А? Отплывать? Отплывать, да. Нахрена? Все, она пошла. Река Изыксук не заканчивается и не заканчивается. Не заканчивается и не заканчивается. Юрка не только дрова умеет пилить, но и суп варить. Верховье Изыксука, да? До границы с Бурятией 20 километров осталось. До ржановых источников тоже херня, да? Подожди, надо хлеба сейчас еще достану. Сколько мы, интересно, поднялись? А сколько сейчас, подожди, хлеба достану? Сколько сейчас высота вообще?
300? Или... Ты, 1300, ты же говорил, мы до двушки поднялись. Рядом два. Вот до самого источника, прям до Чайгана этого, по Аржанхему, по притоку, 14,5 километров. Прям до него. А высота какая? У него? Здесь. Метров подняли. 260. Если там 1100, там может 1000. Ну что, сейчас поедим, еще чуть-чуть вперед прокатимся, посмотрим по бензу, да? Сейчас узун узю падает. Ну одно странно, ничего понять не могу. Рыбы-то нет. Чем выше лезем, и все так же, как и внизу, рыбы нету. Либо она действительно вся в озере, либо в Хамсаре. Но здесь-то ее нету. Она же не может сейчас в ржановых источниках купаться, правильно? Ладно. Jet Extreme пошел кушать.
Дальше идти можно, у нас по бензу беда. По бензу беда. Ну и время уже. Время третий час, нам еще часа 2-3 спускаться. Еще поснимать на квадрокоптер надо. Но одно могу сказать, до Ржана, до источника до Ржана можно дойти. Это 100%. Говорю, слышь, до источника однозначно дойти можно, но только в такую воду. Еще у нас это, чуть-чуть вода упадет, все, уже не пройдешь. Что, господа, могу одно сказать. Жирную точку в этой поездке поставили. Зыксуг покорили. Речка красивая, рыбы нет.